Білоруський Гаюн пише, що вперше через 2 місяці з моменту катастрофи з літаком Пригожина до Білорусі, Санкт-Петербурга, прилетів один із літаків, пов'язаних із ПВК «Вагнер». Сів на аеродромі в Гомелі. Як думаєте, які сьогодні можуть бути ще зв'язки із ПВК «Вагнер» самого Лукашенка? Ну і хто загалом так міг би сьогодні дійсно користуватися літаком покійного Пригожина? Ну да, действительно, последний раз самолет Пригожина, этот самолет прилетал 3 августа этого года. Мы понимаем, что Лукашенко когда-то сказал, что Вагнер жил, жив и будет жить, и ему было важно присутствие вагнеровцев на территории Беларуси. Сегодня это выглядит таким образом, что частично находится техника, частично находится личный состав Вагнера. Мы понимаем, что часть из них вошла в состав вооруженных сил Беларуси, те, которые получили гражданство, скорее всего, фейковое гражданство, когда Лукашенко выдал им паспорта граждан Беларуси, но реально не подписал никаких указов, чтобы потом сказать: я не при делах, я ни при чем, но документы им все-таки выданы. Частично в ожидании решений мы слышали с вами о том, что назначен новый командир Вагнера, и они включены в состав Росгвардии, поэтому я думаю, что как раз-таки и есть это ожидание в настоящий момент, что произойдет с оставшимся личным составом, находящимся на территории Беларуси, который не вошел в состав вооруженных сил Беларуси, и что произойдет с той техникой, которая находится на территории Беларуси. Но главный же здесь вопрос денег, ведь и тогда, когда Вагнер достаточно массово входил на территорию Беларуси, Лукашенко рассчитывал, что это все финансировать будет Российская Федерация. Путин не захотел это финансировать, пока не осуществлена была ликвидация Пригожина. Сейчас же, когда, я понимаю, этот вопрос утрясли, и появился новый руководитель, и включили в Росгвардию, значит, будет решаться вопрос финансирования. Поэтому, ну, будем, я думаю, здесь смотреть за развитием событий, каким образом будет новый командир Вагнера, как будет руководство Росгвардии принимать решения о целесообразности дальнейшего нахождения, пусть небольшой, но группы вагнеровцев на территории Беларуси. Я думаю, сейчас такая вот позиция выжидания, да, посмотрим за развитием. До речі, пишуть російські ЗМІ, що саме новим керівником став син Пригожина. Тобто виходить, що його родичі, так, його найближчі люди відкидають можливість, що до цього всього міг бути присутній Путін? Ще раз, я немножко не понял ваш вопрос. От цікаво, чи сьогодні син, він не вірить в те, що дійсно Путін не причетний до того, що сталася катастрофа? Тобто, або в нього не було вибору, наприклад, отут цікаво. Ну, я думаю, что вот это, конечно, хороший вопрос вы поставили, почему сын фактически предает память своего отца, если все, как бы, эксперты склоняются к тому, что заинтересован был в ликвидации его отца именно сам Путин, который не простил факт предательства в его понимании со стороны Пригожина. Но, может быть, это та история, когда у сына не было выбора, или ты теряешь все и будешь находиться также в бегах всю жизнь, скрываться, и, может быть, тебя достанет тоже оружие возмездия, и будешь ждать такая же участь, как твоего отца, или ты принимаешь бразды правления по своему отцу, после своего отца, и будешь контролировать в какой-то степени, конечно, значительно меньше, чем контролировал Пригожин, это понятно, да? Но контролировать его активы, контролировать это подразделение и так далее. Я думаю, что здесь, скорее всего, было предложение не без выбора, без права выбора. Також відомо, що навчання продовжують Збройні сили Білорусі щонайменше до 5 листопада. От в нас, наприклад, командувач Об'єднаних сил ВСУ Сергій Нає, він пояснює, у чому причина може бути постійного продовження і вічних навчань. Так на перший погляд здається. Каже, у такий спосіб вони закріплюють присутність Збройних сил Білорусі у прикордонних районах з Україною. Їхня загальна кількість близько 1800 осіб від Волинської до Чернігівської областей. Як думаєте, тут не може бути якоїсь більш глобальної мети ось цих постійних навчань? Чи все ж таки, ну, робить щось Лукашенко, бо, ймовірно, йому це наказує Путін робити або командування Росії? Я здесь скорее склонен согласиться с командующим Наевым, который действительно говорит о том, что это легализует присутствие возле границ с Украиной и вооруженных сил Беларуси. С другой стороны, это та функция, которую выполняет Лукашенко в его части, в одной из элементов содействия той агрессии, которую осуществляет Россия в отношении Украины. Это перманентное создание угрозы. Угрозы в северного направления. И мы же понимаем с вами, что когда постоянно там катаются танки, бронетранспортеры, десантники прыгают с парашютов, идет стрельба на полигонах, и это продолжается достаточно продолжительный период. Я не думаю, что это не может вызывать настороженность, или, по крайней мере, это точно приводит к тому, что украинская сторона должна осуществлять превентивные действия, направленные на того, чтобы обеспечить национальную безопасность на северном направлении. И это как раз-таки роль Лукашенко — оттянуть определенное внимание, а значит, оттянуть и ресурс, который Украине очень необходим на основном направлении войны, военных действий, оттянуть его на север. И с этой ролью, я понимаю, Лукашенко справляется, потому что и он, насколько я понимаю, получил соответствующую финансовую подпитку от Путина. Я себе вряд ли представляю, что только за счет белорусского бюджета можно перманентно полтора года, не прекращая, гонять по всей стране технику, или как сейчас вот в Брестской области, в Барановичах сегодня передают, в Гомельской области проводят антитеррористические учения, когда перекрываются все дороги, выставляются блокпосты, когда даже общественный транспорт ходить не может. Это какие затраты экономические нужно нести для того, чтобы это все делать. А стрельба на полигонах. Ну, слушайте, каждый выстрел – это огромные деньги. А топливо, а выплаты и так далее. То есть покупка военной техники и так далее, и так далее. Но это один из элементов.